Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games. Неожиданное включение по ультрамоду. Потому что, как мне автор сказал, что он его обновил, и тут теперь станет проще и баланс добавлен. Ну, посмотрим, давайте поглядим. Мне аж самому стало интересно. Давайте попробуем еще раз. Если пройду, то я выложу эту запись. Если нет, то и нет. Так что будем посмотреть, как говорится. Ну, сучата. Ох, 62-й уровень, ебать. Ну, сучата, блядь. Фига его затрясло там. И надеюсь, не надо больше делать респавна мобов. Сука, я очень вас прошу. Так, тут я не достаю. Респавн мобов — это самая уёбская вещь, которая может быть, блядь. Да? Вы же меня понимаете, но это же бред. Феникс, ты будешь сегодня ходить? Нет, мудила. Сука. То, что кастовать не могу, это хер бы с ним, ты чё, блядь? Откуда ты это достал, откуда ты вылез? Ебать, что-то маги побежали. Я аж подавился, блядь. Вот что-то. А, тут еще вот эта хуета, блядь, я про нее забыл. Но маги в приоритете сейчас. Маги сейчас, бля, в приоритете. Но этим я не добегу, хотя нет, добегу. Так, ну он маг, его бить бесполезно магией, я лучше этого шандарахну. Фриз третий есть, да? Давай, ладно. Хотя...
Да, ну... Как эта шляпа меня бесит. Опасно это. А вот если бы Яха попал... Да ну ёб твою мать! Ну реально выбесило. Так, если я сюда встаю, меня может продамажить только вот этот мудак, но у него... А, у него четвертый бой. Эй, мразь. И он не доходит, чтобы ту херню убить, а больше там ходить некому. Замечательно! Это мой... Черт. Ну ладно. Достанет? Нет, пока. Шо? Хорошо, он тупанул. То, что он застанет, ладно, пока. Это вообще срать. Конечно же, ёбаные бишопы, блядь! Как они, сука, бесят в этой игре! Это просто пиздец. Он сейчас второй раз походит, я же знаю эту мразь. Ну пиздец, ну это нельзя так делать. Это обычный враг. Обычный. Обычный, блядь. Понимаете? Ну не, это неправильно. Сука, это бредовая хуета, блядь. Бредовая, блядь. Обычному врагу давать два раза ходить. Ну это, блядь, пиздец. Это бред, нахуй. Сука, вот... Нахуя? Вот один вопрос. Нахуя? Больше вопросов нет. Все, один. Нахуя? Ой, блядь. У них двоих 4 хода, сука. 4. 4. А, еще и буст спадает, бляха-муха. Ой, блядь, да что ж так мало-то, ну ёбаный стыд. Почему нету анимации, блядь? Не понимаю я эту магию, блядь. Не понимаю. Только попробуй снять один. Сука тупая, блядь. На тебе контру, нахуй, за это. На. Хули ты, блядь. Два сложно отнять, блядь.
Я ебал. Вот, блядь. Атака нормальная. Конечно, чтобы он магичку убил. Естественно. Главное, ты ж бить не хочешь. Сука, хули ты вылез сюда? Блядь, он пиздец теперь сделал. Он охуенно тут сделал. Блядь. Да почему анимации нет, блядь? Я не вижу этой. Да не надо! Блять, как сложно, сука. Кто бы сомневался, он сейчас за два хода его убьет, блять. Ну, блять, ну не надо этого делать, сука, ебаный в рот, ебаные бишопы, блять. Да ну ебал я в рот, блять, ну бред, ебаный, сука. Ну нахуя это делать? Поздно ты, блять, ходишь, мразь. Я игресс буду делать. Пизду, блядь, тупорылая хуйта просто. Блядь, это пиздец, нахуй. Исправлено, да, только, сука, они ходят так же по два раза, блядь. Ой, удачи тому, кто будет это играть в финале. Блядь, сука, прям удачи, нахуй. Прям не могу, бесит, блядь. Ай, блядь, какая же хуйня. Просто пиздец, ну просто пиздец. Невыносимо, блядь. Сука, я сейчас вас отымею, нахуй. Так, ладно, этих пидорасов я оставлю на потом. Уёбки, блядь. Ой, уёбки, блядь. Надо ходить по два раза делать. Ну нахуя? Блядь, это не сложность, это и дебилизм, блядь. Это вот в них не сложность, это ёбнутость просто. Вот и всё. Вот и всё. Не, вот, если ты со мной согласен, поставь лайк на это видео и напиши в этом комментарии, что это бред. Ой, блядь, ну я справлюсь, сука, нет. Не зря мы, блядь, у нас канал по шанингу в основном, сука, я справлюсь, нахуй, я их отымею, блядь. Сейчас аккуратно будем действовать. А, блядь, чай попью, аж в горле, сука, пересохло. Блядь, бесит, блядь, пиздец. Бля, сколько матов сегодня. Но это из-за того, что меня бесит. Во! Хорошее начало. Ничего, блядь. Отъебу, блядь. А Феникс будет там свои перья щипать, блядь, нахуй. Походить он не может. Да как ты бесишь с этой хуйней, мразь, блядь? Ай, что-то у меня сегодня горит, блядь. Горит сегодня, сука. О, атака 2, защита 2. Спасибо и на этом.
Ебучий скорпион, он все, сука, испортил. Эти бишопы, блядь. Мразь тупая. Вплотную, вплотную. Хорошо. Вот голема, блядь, голема терять нельзя. Нет, вплотную не буду бить пока. Есть другая идея. Черт, у него так мало здоровья. Да, вот это хуево тоже, значит, сюда идет постоянно, блядь. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Вот, бишоп отошел, это хорошо. Вот так. Давай тут маленько подмоги. Чтобы эта сука больше тут не делала хуйни. Во. Передышечка. Просто она накаляет это, блядь, хождение по два раза, но это пиздец. Нахуя? Давай. Соси пису, понял? Уёбок. Интересно, сколько у него сейчас полная атака там? До хера, походу. Так, ну вы разбирайтесь с этим тогда, ладно. Ты заёб контратаковать, слышишь? Соточку. Соточку. Так. Если ходит там на потом ходит. Нормально. Если все походят, как я думаю, то все будет нормально. Если нет, хуёво. Но должны походить так, да. Ааа, блядь. Пиздец. Ёбаный стан. Уйти с этой хуйни. Нахуй, блядь, а? Почему не показывается? О, площадь, это тоже бесит, блядь. Не слишком вы, сука, часто контратакуете. Ах ты уёбок, ах ты уёбок умный, сука, нет, не надо, блядь. То, что он спустился на клетку, это хорошо. Не иди сюда, сука, не надо. Не надо, 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 блядь. Ах, мразь, какая же ты, блядь, мразь. Ладно.
Ладно, 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 уёбки. У них атаки, если проходят, то слишком мощные. 64-й левел, охуеть. Ну, мне кажется, ему срать. Да нет, нормально. Блять, вот же мразотный, сука. Заперли, пидорасы! Так, а голему я атаку накидывал. Да, вроде как. А, нет. Там другой значок. Я надеюсь, ты не резаешься. Пожалуйста, блядь, братан, не надо. Так, бусты упали. Вот же ж мразь, блядь, какая-то головёшка, сука. Так подлетела, что я хер дойдёшь до неё тебе. Бля... Так, ладно, отъехала. Ну, бишь заебет, блядь, бишь, сука, забьет. Да отстань ты со своей хуйней уже, нахуй, а, с этой бесполезной хуйтой. Блядь, 43, я хуею, блядь, кританул еще. Так, скорпион отошел. Давай! Ну давай, ну давай, ну что ж ты замудила, ебаный свет. Ладно, он дебил. Прощай, голем. Блять, ну двойной ход, хули. Блять, это пиздец. Это идиотизм, нахуй. Блять, голем постоянно дохнет, блять. Потому что эти уёбки ходят по два раза. Блять, ну нахуя? Блять, какой же, сука, блять. Ладно. Ты походил, сука. Ты походил. Блять, я этот жив, блять. Блять, это пиздец. Нахуй буду разъебывать просто. Заебали. Стой, сука, на месте.
Блять, он так вставился. Лучше с этой, наверное, стороны. Ах ты, сука, ну второй удар почему бы не сделать, а? Все далеко, блядь. О, их только не сфейлись, блядь, не сфейлись. Так, один минус, хорошо. Сука, 220 здоровья, я ебёшь. Да иди ты нахуй уже, чё это ты используешь? Ой, блядь. Нахуй тебя. Слишком много матов, потому что чуваки это жопа. Так, этот уёбок походил. Хорошо. Хорошо. Юзу ауру ещё раз. На всякий случай. Блин, голема жалко. Ну, сука, мразь, он за это поплатился, в принципе. Он за это, в принципе, поплатился. Ну и по делам. Надо идти уже. Ага, дебила вылез. О, на Феникса, блять, огнем. Ну долбоеб, да. Блять, как ты бесишь, сука, ебаный пидор, а? Взял, закрыл меня тут. Бля, я, по-моему, кидал ему, да? Или нет? Нет. Он уже походил, по-моему. Да я думаю, бить его, не бить. Бить, не бить. 62, у этого сколько защиты? А, чуть меньше. Ой, я чихну. Не, не чихну. Но меня кто может там гидра атаковать? Если я тут встану, Бишоп будет бить только по Фениксу. Но он, сука, два раза заходит. И этот, но этот огнем мало снимет. Двадцатку, да? 70 останется. Бля, он может убить его. Блин, ну если я... А, так хуй с ним. А вот это я не ожидал. Блядь! Блядь, ну какого хуя в этом узком проходе постоянно какая-то хуета происходит, а? Вот, блядь, как в заднице, нахуй. Блядь, эти все сразу, блядь, заходили. Сразу, блядь, заходили. И хилки у него, сука, нету, блядь. Феникса сейчас убьют на... Ой, блядь. Конечно, блядь, какой ты уёбок, сука. Ну как ты бесишь, мразь, блядь, конченая нахуй. Блядь, ну нахуя делать по два хода им, блядь, ну нахуя с такой атакой по 40. Блядь, я хуею, надо ещё раз, блядь. Ещё раз, блядь, ещё раз, нахуй. Пидорас, блядь, ебучий Гордон, сука. Тут вообще нахуй был этот, нахуй, никчёмный. Лучше бы он и остался, блядь. Пиздец, блядь. Одно другим компенсировать, нахуй. Шило на мыло менять, нахуй. Убирать бишопов, блядь. Респаун. И ставить, нахуй, этого долбоеба. Да он не виноват, блядь. Скорпион, сука, мразь подвел. Блядь, ну какая же хуета. Ну пораньше бы целители ходили. Блядь, ходят, хуй пойми как, блядь. Ааа,
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как сегодня будет жопа гореть, нахуй, пиздец. Все из-за бишопов, блять, вот сука, все из-за этих пидорасов. Ах, сука. Ну, блять. Ну пидорасы, блядь, ну просто пиздец. У меня, сука, истерический, блядь, смех, нахуй, ёбаный в рот. А, блядь, ну сука, все нормально, шво, блядь. Сука, надо 200 здоровья, чтобы их пережить, блядь. Нахуй. Давай новую пятую магию первый раз в жизни пшаним. Охуенно. Так, ну это у долбоеба надо это. Сюда отвлекать. Сука, вот мудилы, блять. Они все, сука, дальники еще, пидорасы. Ой, как сегодня мата много, как у меня горит. Они дальники все. Что скорпион? Он бьет на клетку там вот этой областью. Что вот это мудаки? А я что, я ничего не могу сделать. А если они вдвоем ходят, вообще караул. Остался, блядь, один и то, сука, скорпион. Если бы не скорпион, я бы потом отхилил бы и все было бы нормально. Но это мразь, блядь. Так. Ладно. Тихонько, спокойненько, блядь. Стоим, ждем, нахуй. Пошли вы нахуй. Сука. Ага. Не поехал сюда, хорошо. Ты идешь нахуй. Опять за нее нихуя не дают. Ты сюда отвлекаешь. Так, ты, мудак, иди тоже нахер отсюда. Нормально, 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 пока нормально. Пока нормально. Иди нахуй. Ты тоже иди нахуй. Опаньки, это хорошо, кстати, получилось-то. Стойте, суки, там, пидоры, блядь. Так. Так ты голова ёбана. Хорошо встали, кстати. Так, ну этот хуйня минус новость, ладно. Так, ну пока я тобой позанимаюсь.
Окей. Блять, не видно его еще, сука, за поворотом. Ага. Главный отвлекает. Я жду, пока ублюдский шаман походит. Отлично. Ах ты ж пилос, блядь, ебаный. Да ну ёбаный в рот! Не эти так те, блядь! Ну сука! Блядь, какой же мудень ёбаный! Блядь, опять голем! Ну что он такой невезучий, блядь, а? Это пиздец! Это, блядь, пиздец! Ладно, хуесос. Ладно, блядь. Да-да-да-да-да, двигай! Блядь. Даже так. Вот, блядь, мразь. Блядь, голем, блядь, вот хуёвый. У него мало здоровья, его при первой же возможности удобно сносят. Сука, ну все было так хорошо, этот хуеплёт заюзал эту хуйню. Ну ёбаный рот, а? Какой ты, блядь, живучий, мудила, ёбаный в рот, а? Да, лучше похилил, наверное, всё-таки. Вот мрази, вот, сука, не так, так эдак, сука, сделают. Одного моба целой толпой. Хотя, надеюсь, второй биш не подойдет. Иначе я охуею. Да не, вроде далеко. Ай-яй-яй, вот это плохо. А вот этого не надо было. А вот этого, блядь, то, что бусты слетели, это херово. Какой же ты, блядь... Противоогненный, а он же противоогненный, точно, блядь. Прощай, Феникс. Опять ебаный скорпион. Опять ебаный скорпион, блядь. Блядь, ну как? Сейчас бишопы будут ходить. Я отвечаю. Блять, ни у кого хилок, сука, нету, ну пиздец. Хоть одна, блять, ну хоть одну хилку, блять, надо было купить. Чё я делаю, нахуй? Да охуел ты, блять. Блять, вроде все начинается так нормально, потом начинается какой-то бред, блять, в этом, сука, проходе. Блять, ёбаный рот. Что за хуйня началась, блядь? Вот что за хуйня началась? Опять ебаный бишоп. Нет, пизду. Сейчас еще раз попробуем. Блядь, я не успокоюсь. Можете перематывать, можете не смотреть. Мне уже все равно. Меня уже бесит. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Блядь, какой же мудак это придумал, сука. Два раза делать, чтобы они ходили. Блядь, вот пройди сам попробуй. Я посмотрю нахуй. Я, блядь, посмотрю. Я просто ударил. А делать нехуй. Ну как же бесит, а? Как же бесит, ёбаный рот, все так хорошо было. Блядь, надо, наверное, не агриться, да хули уже толку, блядь, я даже до босса дойти не могу. Блядь, ебаный скорп еще мозги ебет. Да иди нахуй уже. Главный, ходи, а. Ой, блядь. Хиллеры нихуя не ходят, порядок херовый, блядь. Ходов неправильный немножко.
Ну, сука. Это неправильно, блядь. Начало хорошее. Вот смотрите, начало идет нормальное. Но, блядь, когда я встаю, сука, там начинаю бить магов, я их убиваю. И потом приходит вот этот ебаный скорпион, дает дамаг. Потом ходит бишоп два раза и дает, сука, два дамага, и один воин умирает, блядь. Ну, пиздец. Сколько нужно здоровья, блядь, чтобы это, блядь, это ебануться. Это, блядь, вообще пиздец. Название мода, блядь, тупая хуйня. Давайте еще раз. У меня уже, сука, сейчас нахуй нервы сдадут, охуеть. Бля, это пиздец. Бля, все из-за ебаных бишопов. Бля, это пиздец, нахуя это делать было, блядь, непонятно. Это не усложнение игры, это ебантизм называется. Ебанутость! Где же ошибка, блядь, заключается, я не могу понять. Тут все нормально, в начале. Но я, сука, даже до Зеона не могу дойти. Давно я так не просирался, блядь, на Хувшанинге. Нормально. Нормально. Иди танкуй. Надо, сука, контролировать скорпионов и бишопов, блядь. Уйди нахуй. Ага. А вот это, кстати, даже может быть и хорошо. В принципе, я не... Ну, сейчас посмотрим. Блядь, я не ожидал этого. А хули толку? Блядь, тут маги нужны. Да ёбана рот, блядь! Ладно, ну убили и убили, хуй с ним. Так, вот сейчас они вышли. Да иди нахуй со своей молнией, заебал ты, блядь. Они вышли. В принципе, я потерял только Яху. Допустим, тоже тот самый голем, допустим. Один хер. Так, ладно. Лечить смысла никого пока нету. Хуярим эту хуйту. Ну, блядь, ну попадай! Ну, ёбаный рот, нахуй, а? Просто уже бесит нахуй это все. Реально бесит. Одно и то же делать, одно и то же, одно и то же, одно и то же. За это и пригорает, блядь, не по-детски. Есть. Сдохло. Хуйта. Так, смотрим дальше. Если они выходят. Если они выходят, я начинаю дамажить скорпа, скорее всего, или мага хера. Скорее всего, даже может, наверное, мага.
Так, ну ты тут пока разбирайся, если что, подможешь. Главное, чтобы они вышли пониже. Но они должны... Они должны выходить. По идее. Только не промажешь, я тебя очень прошу, это будет пиздец. Спасибо. Так, ну ладно, самое главное сейчас... понять, как они выйдут. А вот это, блядь, неожиданно, сука. Как же они выходить будут? Ну, первый скорпион. Блядь, на клетку, вот мудак, а! Ну, на клетку так на клетку, сука. Клетку так. Я думаю, он прям далеко выйдет. Блять, только не ДСО. Блять. Вот что я хотел. Блять, только не убей. А, да пошел ты нахуй. Заебись все. И эти уебки походили. Ах ты сука. Нет. Так, думаем, что делать. Эта мразь будет когда ходить в следующий раз. Так, она может выбежать, если я успею убить скорпа. У меня есть физа. Хорошо. Ой, да точнее, магическая атака. Так, хорошо. Хорошо. Дальше. Ты. Так, ладно, этот сдох. Этот сдох. Так, смотрим хпшки. Фул хп. Тебя вот нету. Тебя чуть-чуть нету. Ой, так вот тут нельзя так вставать. А чё у него? У него торнадо третьего уровня. Ну ладно, рискуем. Потому что надо хилить его. Надо бить. Феникс будет сегодня, блядь, соизволить походить, нет? Опасно тут вставать, если эта сука побежит. Можешь прикрыть вот так. Ну, смотрите, он два раза ходит. Бля, второй там еще. А если я встану сюда, он может кастануть прям. Блядь, а. В
Вот же съебанный стыд, а? Что сделать-то? Давайте думать. Блин, не было бы тут главного, я бы отсюда ударил, все было бы нормально, но, блядь. Он просто ударит по толпе, я не хочу этого. Ладно, я пока ударю его. Прощай, голем, ну ладно. Пошел ты нахуй, я знаю, блядь. Есть! Есть! Отошел! Тихо, 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 тихо. Нет, нет! Вот это сейчас все исправит мне, блядь. Ух, блядь, повезло опять. Сука, повезло, как. Надо одного из бишопов как-то. Блядь, туда вообще нехер становиться, короче, как я понял. Ну и он нахер. Пока нормально идет. Пока идет нормально. Можно попробовать так, но я не хочу. Я боюсь просто. Вышел бы он сам, сучонок. Оу, да, тут же хил первый, дерьмо. Может, вот так забайтить его, чтобы он вышел, а? Давай рискнем. Будь что будет, пизду. Я задолбался уже. Скорпиона, в принципе, нет. Третий дамаг никто нанести не может. Да-да-да-да-да-да-да. Вот уёбище, а. Припух маленько, конечно. Карна будет ходить сегодня или нет? Вот пидорас, а? Ладно, это хуйня. Главный выдержит. Ах ты мудила. Ну я тебя сейчас, я знаю, что я буду сейчас делать. Тихо, тихо, тихо. Есть идеи. Карна будет ходить сегодня? Спасибо. Есть идея. Сейчас я еще главного чуть-чуть спущу вниз. Я буду вытягивать его потихонечку. По 77 минимум здоровья бишоп сносит заход за двойной. Это пиздец. Это еще полбеды, но убью я, там еще босс финальный. Ха, сука. Про него вообще забыл нахуй. Пора бы, наверное. А, у тебя, блядь, есть хилка. Ну, ебаный в рот. Ой, а чё это я про тебя-то забыл? Мудила.
Хватит, нет. Да должна, по идее. Давай, вот сюда вот. Выходи. Выходи, 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 выходи. Рисковать, пизду. Хочу. Только не резайся, я тебя прошу, да и нахер. Я жду, пока эта сука выйдет. Ах ты пидор, блять, ну ладно. Я выдержу, выдержу дамаг твой. Дебил, блядь. Тут ты сдохнешь. Да-да-да-да-да, понизил, молодец. Тут ты, блядь, сдохнешь, уёбок. Тут ты, блядь, сдохнешь, сука. А, и чё-то я не использовал ты, кстати, ауру. Тут же коцаны есть. Ну ладно, 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 ладно. Пока не до этого. Тут эту мразь надо убить. Во что бы это ни стало, его надо убить. Гидры, хуидры, блять, это все. Ой, как сегодня бомбит. Сдохни, сука, просто сдохни. Ладно, живем. Байтим врагов главным. Не байтится, сука. Не хочет выходить. Так, как бы дальше поступать, а? Что же дальше придумать, блядь? Пока неплохо, вообще здорово. Если сейчас этих двоих еще убить. Эти двое только представляют угрозу. Все. Гордон и Бишоп. В принципе, можно уже, да, вот так, в принципе, пойти. Ага. Манну, блядь, использовал. Сука, нет ни хера. И у этого нету. Покупал уже, блядь, ну. И у этой, блядь, нету. Да вы че, ёп. Сейчас еще из-за этого проебем. Ну пиздец, бля. Так, дальше нельзя идти. Так, пошли вы пока в жопу, короче. Да ёб твою медь, блядь, где магические предметы? А, во, у тебя много. У тебя есть? Есть. У тебя еще и хилки есть. Бля, вот, сука, провтыкал, пиздец. Провтыкал, конечно, я охуеть, блядь. Да не, до них там очередь не доходила идти. Вот и я не успевал бы так и так. Ладно, 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 ладно. Я не буду оправдываться уж. Играем так, как играется.
Уже ничего не поделать. Играется, так и играется. Жаль, Бишоп еще один жив. Вот это прям напрягает. Если честно. Он походил, ладно. Фу, так, ладно. Пока не буду. Ты тут не пригодишься сейчас, ладно. Сорок пять, нихера она может. Эх, надо было Фениксу дать еще. Ой. Ой-ой-ой. Понял, где стоять нельзя. Понял, понял, понял. А, на тебе, сука. Понято, 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 понято. Да ладно, она 45, он один? Чё, блядь? Чё за бред, нахуй? Чё за бред? А, ну это крит был. Но все равно. Если я встану сюда, гидра подойдет, ударит. Ладно, пускай тут стоит протанковый. Протанковый войдет. Так, минус шарик, хорошо. Да, вот так я и планировал, в принципе.
Потом этот мудила. Максимум он подойдет сюда. А он через своего, через шар, интересно, может выйти? Ладно, будем смотреть. Подаля. Идиотина. Тупорылая, блядь. Вот и магические эти кончились. Все. Есть. Тупанул, дебил, блядь. Значит, шарик сейчас отъезжает. Второй там, и гидру надо там забирать. А вот этого я не... А, хотя... Блейз. Да, похер. Хоть обкастуйся, блядь. Ах, чуть-чуть. Ага, тоже надо. Ладно, не, не надо рисковать, надо эту хуйню тоже забирать. Лишь бы мне хватило, блядь, на босса. Ну добивать нужно. Нихера ты мощна. Слабенький, кстати. Я не хочу тратить ману, понимаете? Сколько у тебя хп? Ой, много, ой, много.
Надо отвлекать Бишопа. Всеми возможными способами. Пока что те заняты. Вот сука, успела походить, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотя нет, 37, ладно. Ладно. Молчу пока. Пока вообще молчу. Батин восстанавливает, это пиздец. Ты, сука, вернулся. Ну пизда тебе сейчас здесь, ты уже походил. Ах ты ж мразь, блядь. Ха, два раза снизил, нихуя. Это как, блядь? Я надеюсь, это не считается. Так, остался вот это ёбаный Гордон, блядь. Я манну тратить не хочу, понимаете, чуваки, не хочу. Ой, как я плохо встал. Но главное, чтобы меня тут этот не достал. Босс. Не, ну он тупит, ладно, тупи дальше, это мне срать вообще. Есть, не достает. Так, тут нормально пока. Пускай будет. Не вовремя, как, блядь! Боюсь туда вставать, не хочу. Как ты заебал, блядь! Ну они слабенькие его атакуют, я понимаю. Все, ты походил, теперь ты точно сдохнешь. Что это ты делаешь? Что это ты делаешь? Ах ты пидор, блядь! Ах ты сучонок, ёбаный! Опять хитхилился, ну ёбаный рот! Так, ладно. Хиллер сраный, твою мать! Ничего. Манну я тратить не буду, манна на босса. Пока там сраный Бишоп живой, блядь. Ну он запертый, ладно. Долбанный ушник начал подъебывать. Так, три клетки на такой-то. Раз, два, три. Сюда может попасть, не буду рисковать. Ой, заебал, блядь. Ну как же заебал он, сука, а? Вот, ну просто сил уже нету, блядь. Бесит просто. Просто вот накаляет, не могу. Уж даже
Эмоций никаких не осталось, просто уже бесит. Ну ладно, пускай они ходят, пускай хилятся, срать вообще. Опять, блядь, ну ёбаный мудак, а? Ну трать ману, трать, ладно. Трать ману, трать. Себя похилил, молодец. Ебалан, блядь. Ну что ж ты свой два раза не можешь-то ударить? Гордон просто накаляет, блядь. Они, сука, паучер, не хилятся и пиздец. Игра, не подвисай, пожалуйста. А, ты контратаку придумал. Вы еще снизил, блядь. Стоточку не отниму. Пошел ты нахуй. Фух, блядь, он сдох. Ёбаный в рот. Сука, напоследок, да? Все, у тебя манны больше нет. Ты сейчас, сука, отъедешь. Ты отъедешь, пидор! Боюсь я туда вставать. Не знаю почему. Я лучником лучше пальну. Ну все, мразь. Ну все, мразь. Пока есть манна, ладно. Голема терять ни в коем случае нельзя, это надо запомнить. Так. Нет, пока не буду. Ах ты, сука! Да ладно. Блядь, как заебал! Ёбаный стыд! А, он по 125 только. Ну тогда тебе пизда. Я просто уже заебался играть. Блядь, ещё босс. Чё, петух? Не можешь больше ничего дать, петушара, блядь. Что это ты используешь? Ух ты, ёбаный пидорас, блядь! Ха-ха-ха-ха-ха! Он еще и целебные дожди юзает, да ты не охуел ли, блядь? Ха-ха-ха-ха! Ебануться, блядь, вот этот бред, блядь. Ай, блядь. Пошел нахуй отсюда. Ладно, теперь главный. Охуеть, охуеть, охуеть. Просто он еще и дождь напоследок. Типа, а, хрен тебе. Вот это душная битва, пиздец. Душная битва. Сейчас он походит два раза. Или уже бить, потому что
Потому что у него атака. Сколько хп у тебя? 870, пиздец. Я не вижу, блядь, этих нахуй. Площадь. Блядь, это пиздец. Я площадь не вижу почему-то. 30-ник, блядь, как же мало. Ну, сотку, по-моему, ему я снял. Иди танкуй, тебя не жалко. Ебануться. Ну ладно, хоть так. Ладно, чё, поехали, блядь. Да ты не охуел ли, блядь? Ну ёбаный петух, сука! Ну ёбаный рот! Самого мощного, блядь, убил. Пидор, блядь! Блядь, это и подыгрыш компу заебал меня! Просто заебал, блядь! Просто пизда, как заебал. Теперь не знаю, выиграю я или нет. Блять, это пиздец. Блять, бред ебанутого нахуй. Ему надо было специально, сука, критануть два раза. Уёбку, блять. Чтобы, блять, убить Феникса. Ну мы не мразли, блять. Уйди нахуй. Есть что? О. Ну уёбок просто. Конченый, блядь. А, еще и до главного достал, ебать. А хер ли делать? Кого хилять? Кто важнее? Вот ее лучше. Сука, я тебя сейчас отымею, пидораса, блядь. Уведу нахер отсюда подальше. Если сейчас Карна подходит, я выиграл. Да я так и так выиграл, пошел ты нахуй, мудила. 200 я уж отниму, блядь.
200 я уж отниму, блять. Да не, ему пизда. Прощай, мудак ебучий, сука. Ух, какой жесткий был мод. Интересный, блядь. Не, прикольный был мод. Вот это мод, да. Вот это да. Вот это было хорошо. Это было хорошо. Сейчас хуяк. Зион вылетает нахуй из своего тела, блядь, на карту. И главного, ну, на критале по сотке. Я б тогда охуел вообще здесь, блядь. А так прощай, мудак. Ну напоследок-то надо выебнуться, естественно. Ха! Мразь, блядь. Бля, если бы не было тут 4-й аварий, это был бы вообще пиздец. Ну, сука! Сейчас хуяк промах и пизда ему. Ёбаный в рот, ты смеешься, что ли? Пошел в пизду отсюда. Еее! Фух! Фух, твою мать! Уёбок. Конченый, сука. А, тут же заставки. Я просто привык в тот мод играть. Там битва одни. Тут еще это. Фух, бля, ёбаный свет. Интересно, сколько выпусков? Я даже не следил, сколько выпусков, потому что, блядь, меня... Прям... Была цель пройти эту херню, и я ее прошел. Ну, бишопы, это, конечно, пиздец. И этот мудак Гордон, который, сука, лечился сначала, блядь, за счет бишопа, потом лечился аурой, а потом, когда я уже думал, все, ему нечем лечиться, это, сука, еще и нож заюзал. А вот тут я вообще прихерил. Ой, давайте уже нахуй заканчивать. Еще секретная битва, ёбаный стыд. Ха. Ладно. Ладно. Молчу пока. Сука. Фу, у меня уже эмоций нет, даже что-то говорить, чуваки, это пиздец. Это просто пиздец. И это еще, блядь, с багом нахуй пройдено, блядь, что Лимон оружие не может одевать, блядь. Так бы он хорошо помог вместо голема, но... Нет. Сейф другого эмулятора не подходит. Пришлось проходить, сука, так. Ебануться. Бля, прикинь себе, чуваки, нахуй. Тут так посмотришь, а ты запись не нажал, и пиздец. Сдохни уже, сучара, блядь.
Не было еще, сука, ни одного мода, который я не пройду, блядь. Правда, челлендж мод. Вот это будет интересно, блядь. Вот это мы там будем гореть, походу, чуваки. Гореть там будем, ебанись как, нахуй. Давай уже очухивайся, дебил, блядь. Ху-ху-ху-ху-ху-ху, это было пиздецки сложно, ебать. Но мы справились, чуваки, справились. Справились. Мы справились. Как-никак, блядь, надо было выиграть эту битву-то, ну. И мы ее выиграли. Выиграли. Так. Сейчас дождемся уже титров, и я выключу. Потом сохранюсь там без вас уже. Если будет секретная битва, потом еще один маленький-маленький выпуск выпущу. А то я уже заколебался играть. Здравствуйте, блядь. Yes, let's go. Давайте уже заканчивайте нахуй эту хуйню всё. Бля, это было сложно, конечно. Но возможно. Жёсткий финал, конечно. Тот проигранный был выпуск, конечно, в финал, но там был дисбаланс, сейчас мод поправили, я решил перепройти и прошел. И прошел. И прошел. Бля, как заебись-то сразу стало. Настроение улучшилось, блядь. Да давай, иди уже, целуй принцессу. Задолбал ты, блядь, пиздеть.
Да, ни в одном моде я так не бомбил, блин. Вот и конец. Ладно, ребята, давайте на этом закончим. Блин, это очень было тяжело, морально, даже психологически и физически, блядь. Нервы все истрепал, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки за этот выпуск. И всем до встречи в следующих играх, и всем пока.